Друзья, вчера утром поступил звонок, что в одном из районов тут неподалеку были обнаружены следы волка. Мы сразу же с утра выехали в это место, заехали в общество, взяли лицензию на добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях и выехали на место непосредственно там, где были обнаружены следы. Сейчас пройдем по дорогам, посмотрим, где что есть, ну и соберем информацию. Понял, погнали. Так вот шел волк на махах, на прыжках. Вот такие вот воронки. И туда в лес прямо все. Уходит след. Ну, допустим, мы сейчас находим волка, след волка, и дальше что, какие наши действия? Сейчас мы для начала ищем следы и проверяем, на самом ли деле это волки. Часто ошибаются, потому да? как часто бывают ошибки, и люди звонят, говорят, вот, кстати, волчьи следы, пойдем посмотрим. Волк? Да. Вот два волка вышли. Ага. Это те следы, которые мы там обвязали, которые перешли дорогу. Вот они сюда сейчас на дорогу вышли и пошли по дороге. Дальше что будем обрезать? Да, сейчас поедем, посмотрим, куда они соскочат. Ну и будем дальше заниматься. В общем, Макс уехал посмотреть, куда ушли волки, сделать большой круг на снегоходе. Вот, если волки останутся в круге, дальше уже будем обходить на лыжах. И когда обрежем до приемлемого какого-то квадрата, грубо говоря, по размерам имеется в виду, тогда уже будем положить с собой у нас катушки с флажками, то есть если удастся это сделать, то будем делать сегодня, даже возможно ночью. Это утром ведь они ходили, да? А? Утром ходили. Сегодня ночью. Блин, ночью-то мелодок, след-то свежий вообще. Свежий. А они еще новый переход, походу, сделали. Они оттуда, значит, со мной пошли. На улице мороз, ехали практически 2 часа, наверное, в теплой машине, встали рано, в машине я уснул, блин, сейчас вылез на этот мороз, обалдеть просто, невозможно холодно и спать охота. В общем, грузимся, волков нашли вчера, сегодня попытаемся, если они не выскочили, попытаемся обмотать их, обложить флажками. Ладно, буду включаться, если будет что-то интересное. Сейчас пока заправляемся, грузимся. Плохо вот, что приходится сперва ехать на снегоходе в сильный мороз. Очень много на себя всего надевать, кутаться. А потом начинаются лыжные переходы. Когда весь потеешь, как приходится потом сырому ехать. В общем, вообще неудобно. Волки шли по пойме реки. И в какой-то момент мы заметили, что следы стали как бы в разные стороны берегов расходиться. То один отделялся, то другой. Максим сказал, они, скорее всего, кого-то, ну, выискивают добычу. Смотрим сейчас. От рассвета до заката. Отриньте стандарты и начните совершенно новое приключение с новой оптикой. Данная инновация – это прорывная технология обычной оптики и тепловизора. От открытий к охоте. Инновационные тепловизоры iRay. iRay.su.
чья-то коровка. Эк. А? Эк. Зрелище нашли. Короче, вот следы, видите? Здесь была толкучка. Вон следы лося. Предположения оказались верными. Они искали лося, нашли лося, потому что они здесь в пойме реки кормятся. И загнали его в такую ямку. От ручья у него просто не было шансов. Кругом деревья и эта яма. В общем, он сам, видимо, туда забежал. Западню. И они просто рвали его. Там кровь по всем веткам, по всем деревьям. Аж брызги такие. Бедолагу, короче, за это зарезали. Он даже еще как бы не застыл полностью, мягкий. Вот здесь они начали, видимо, видите. Вот какая борозда, короче. Они на нем уже здесь висели. Кто-то гнал, кто-то висел. Вон, видно, скачки рядом. Волчьи скачки. Лось он пробороздил. На нем ехали. И вон туда он потом забежал. Короче, мы нашли забоище. Сейчас, если мы не подшумели, их будем пробовать сделать круг на лыжах сперва. Угу. Ну. Вот до этой просеки доехать надо вот и посмотреть. Вот это, наверное, скорее ключи, это местоположение. Посмотреть, вот это есть или не есть просека. До просеки доехать, посмотреть, если просека есть, то махнуть. В том году вот мы. Вот это есть. Вот это есть, да. Короче, парни уехали обрезать на снегоходе. Я остался на рации, короче, с машиной. Должны сообщить, и я поеду туда, к ним. Может, если с этой стороны след нигде не перейдет, то придется туда мне ехать. А если перейдет, то все, значит они вышли с этого места. Вот. Сама река находится как бы в таком полуущелье. По нему это как ветровой такой коридор, ветрище такое гуляет, по нему прямо видно, что везде тихо, вот прям по реке ветер такой. И очень много перекатов, таких открытых мест, водных участков, которые, ну, промоин так называемых. И, конечно, ездить по такой реке очень опасно. И просто несколько раз было такие моменты, что просто за счет скорости преодолевали какой-то
какое-то место, ну там прям вода, вот едешь, тут вода, и он посередине просто пролетает на скорости. И сзади смотришь, сразу же заполняется след водой. Вообще жутко, конечно. Не дай бог опрокинуться, куда-то съехать, это все, хана нафиг. И снегоход утопишь, и сам нафиг весь вымокнешь. Короче, жутко нафиг, вообще. Ну а что делать, по лесу там не проехать. Поэтому приходится вот так вот решать вопросы. Ну, короче, вот как только налево повернул, нужно будет проехать, так, километр. Километр от угла вверх, как бы, понял? Вот, я там туда выйду сейчас. Короче, день к закату, а мы только вот поехали заматывать. До потемок, короче, сегодня будем мотать. Перескакивает через промоины. Лед провалился, корыто врезалось в берег, и катушка выпала одна. Вон, прямо видно, лед провалился под снегоходом. Положить времени 5 часов, 5 час, наверное, уже. Походу, до потемок тут было. Короче, Макс идет впереди, а я поднимаю флажки и наматываю их на деревья. Так вот, чтобы было где-то 15 сантиметров до снега. Говорю, километр прошел, закончилась катушка. Ася, это что за катушка такая? Или, а вы третью, ты что, не взяли катушку? Где только размотали? Фу, ну вот, друзья, я закончил, сейчас жду пацанов, весь сырой. Пар, наверное, от меня идет. Вижу с головы. Сейчас балаклаву надену сухую. Сейчас с Ерехоньки на снегоходе поедем. Почти 5 километров. Сейчас, наверное, уже часов 8-9. А завтра опять вставать, пока до дома доедем. Пока погрузимся. Короче. Короче, друзья, присоединяйтесь к нашему флешмобу, а то зафлажить полдела, надо еще стрелков найти. Никто не хочет мерзнуть на охоте на волка. Выпотел как собака нафиг. Хоть бы конфетинку, а. Кто пришел? А? Лех, ты? Да. Ну садись, потрещим. За жизнь, тебя не видно.
Друзья, всем доброе утро. Вчера нам удалось зафлажить стаю волков небольшую. Вымотались вообще просто вдрызг. Приехали домой поздно, на улице мороз. Как будто не спали, и утром проснулся Макс, железный человек, меня разбудил, говорит, поехали, а я вообще бы спал неделю бы после таких мытарств. На улице 28 минус, нас опять же это не останавливает, мы поехали проверять оклад, потому что бывает такое, что волки могут просто выскочить из оклада, ну в общем нужно проверять, смотреть, ну и поправить все флажки, там где-то может прорубить дорожку. Друзья, мы прибыли на место, короче, сейчас нам нужно проехать вот около 5 километров на снегоходе, и дальше уже мы пойдем на лыжах, непосредственно будем проверять оклад. Сейчас вот я Максима позову, мы спросим ее, для чего вообще нужны эти проверки. Я вот лично сам думал, как вот, как обыватель, как дилетант, как простой охотник, что просто раз ты волка обложил, он будет там сидеть. Но не так все просто, оказывается, есть хреново туча нюансов. Макс, расскажи, пожалуйста. Сейчас мы едем проверять оклад, смотрим, на месте ли звери, как они реагируют на флажки, подходят, не подходят, близко ли подходят, пугаются, не пугаются. По следам будем смотреть. Да, по следам будем смотреть, подходят, не подходят волки, как реагируют. Вот, и будем готовить оклад к охоте, смотреть, где удобно поставить номера, откуда загонщиком встать, какой оклад там нужно подрезать. В общем, будем работать с окладом, с волками и готовить охоту. Друзья, короче, мы доехали непосредственно до флажков. Дальше мы спешиваемся, пойдем пешком на лыжах и будем осматривать оклад. Что, Макс, с твоей стороны флажков было что-нибудь интересное? Лось выскочил один. Один остался в окладе. Вчера два зашло. Один выскочил, порвал флаги. Ну, все нормально связал. И кабаны в окладе тычут свои флажки, но не выходят пока. Не знаю. Думаю, что, наверное, волки им тут устроят. Голубой огонек. Да. А слышишь, если это даже может и хорошо. А если они тут забоище сделают, они тут и останутся? Ну, всяко может быть. Я думаю, что кабаны, наверное, выскочат. Надо будет завтра смотреть, конечно. Вот. Но главное, чтобы волки за ними не выскочили по этой же тропе, потому что они тычутся, за ними борозда большая. Вот, ну, в общем, завтра поедем, проверим. Все понял. Будем собираться. Давай.
Друзья, всем привет. Ну что, позади работа с флажками и окладами. Сегодня начинаем непосредственно охоту на волка с флажками. Вот. Сегодня будет развязка. Посмотрим, чем все это закончится. Погнали. Что там, есть местечко? Все, я встал на исходную. Ждем команды. Короче, пойду в загон. Есть кому на номерах стоять и постарше. Мне выпало место идти в загоне по флажкам. То есть это халява. Чисто для того, что я гость. Вот, так что посмотрим, сейчас команда будет и будем двигаться. Нас 17 или 18 загонщиков и 9 номеров. Закладываем. Крайние две линии пока на месте. Все, каждый своего ведет. Послушаем друг друга. Все, давай, пошли. Оп! Оп! Максим, ты недалеко от меня, мы нормально идем. А можно полевее немножко тебе? Да там, я же говорил, что одна шерсть только осталась, они напрочь его всего съели. Еще вроде одного нашли, нет. Да, да. Вот справа тоже остатки от лося, шерсть нахуй сейчас. Или кусок там тут какой грыз, да. А в Михайлове зажжет двух лосей, это не кончить. Правый 130. 120. 130 впереди. Темп на линии. Волки на номера поджали. Последний на линии. Дима, Дим на месте. Видно, нет его. Я так понял, что у нас парад есть. Да? Понял. Классно. Блин, так лежит как живой, да? Угу. На уши-то не прижаты вроде. Ну, в общем, по связи сказали, что у Мариуса будет, у Дмитрия и вот у Павла. Максим, вот я с шестой линии выхожу, здесь волк один есть. Ты посмотри. Ну давай я для прикола его подниму. Бля, мне не поднять его надо. Вообще просто, просто монстр. Просто монстр вообще. Красивый зверек. Да, шикарный просто. Что, туда на лыжню? Вот такого матерого кобеля добыли. Он просто огромный. Так. Он еще один волчар темный. Полем. Так, вот, ребят. Еще один волчишка. Добыл. Бураном, бураном. Вообще вдрызг. Сидите на дорогу, оставляйте вас на чистом месте, доедем. Снимаешь, что ли?
Друзья, это была мега крутая охота. Друзья, это была самая классная, крутая по накалу страстей охота. Сам я выстрела не сделал, но эмоции получил не меньше. Такого огромного волка я еще не видал. Ну, мертвого даже. Вот нафига уже весь день протаскали, все. Да. Друзья, наша охота состоялась. За результатом этой охоты стоит кропотливая работа, тяжелейший людской труд, тяготы и лишения, серьезные организационные моменты. Благодарю всех и каждого, кто принял участие в этой охоте, кто откликнулся на просьбу о помощи. Большое дело сделали. Всем спасибо и всех с полем. Но это еще не все. У нас есть еще один оклад, и нас ждет не менее интересная охота. Подпишитесь, чтобы не потерять. Давайте, всем пока, ну а мне самое время вернуться домой.